Проклятие. А в молодости казалось, что все это будет гораздо веселее. Распутные девицы, одержимые дьяволом, непыльная работенка и гулянки в перерывах. Черт, на поверку все оказалось куда прозаичнее. Вот бы она просто спала. Я бы пожал плечами и свалил по своим делам. Вот только хоть раз, почувствовав близость зла, это ощущение не спутать ни с чем. Да. В молодости казалось, что все это будет куда веселее. Славные были деньки. Были. Славное было время. Вот только, сука, жизнь от чего-то не спешит нам подкидывать хэппи-энды. Хотя, чего греха таить? Случаются и они. Всем привет и добро пожаловать на канал Quadriga Stage. Я надеюсь, видео вам понравилось. Ну а если вы хотите узнать больше, узнать какие пасхалки и отсылки были в этом ролике, а также что нас ожидает в дальнейшем, можете тыкнуть вот на эту вот ссылку, и вы все узнаете. Можете нажать прямо мышкой на это лицо.